еще немножко подвязаться. А по пизде не заедешь? Пиздец еще. По пизде ладошкой, блядь. Я просто вышел. Все пиздец. Возвращайся назад. Завтра придет утром. Бартан. Бартан, ты можешь подтянуться? Куда? Я на тебя. Килдык. Куда я пойду? Бартан, я спасу. Олежка, хуй. Я закажу сам 10%. Я не тебя, блядь. Ипотека. Я уже пошел, блядь. Так, что ты сильно не балакал, а? Я просто говорю, блядь, подтянись немножко выше, чтобы у тебя вытяжка работала. Ты курить будешь? Ну, у нас только один есть молодой человек, который тебе дал серию. Нам приносит серию ты, нахуй. Ну, вот тут молодой человек, если ты его попросишь. Вот пачка серии лежит. Какая же благодать, когда Баван спит и этот спит. Не палата, а золото. Мое разрешение просим? Никогда. 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 Ну ты поднимись немножко выше, потому что я уже почистил твоя хуйня. Будь здоров. Я буду. Ого, чихнул. Твоя хуйня. Зайца в яйца, лисицу в пиздицу, а меня в табачицу, блядь. Поднимись наверх. Бартон, поднимись наверх. Тело подними наверх. Орешка. Хуй твоя ешка. Хуй твоя ешка, блядь. Возьмите руками за это самое, поднимись наверх. Братка, я тебе советую, поднимись наверх. Я тебе говорю, как старший человек. Поднимись наверх. О! О, еще. Поднимайся наверх. О, нормальный пацан. Чтоб я вытянул, нормально. О! Ты уже почти что нормальный дом. Что он за ломаться завелся? Как на тебя наезжали и сказали, что тебе хапу не передать? Нет, прямо мухом послышалось, я не знаю. Сказали, что тебе хапу не передать. Ты сказал? Что? Хапу не передать. Что он уже смотрящий, Олежка смотрящий уже. Пока ты спал, власть переменилась.